оплату за пользование учебниками в белорусских школах привязали к базовой величине. Это следует из постановления Совета министров номер 621 от 28 августа этого года. Так, стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины, это порядка 5 рублей. Общего среднего – пол базовой величины, что составляет 12 рублей 25 копеек. Как сообщали ранее, в Минобразование заплатить за учебники нужно не позднее 1 октября. К началу 2018-2019 учебного года наше учреждение полностью обеспечено учебниками и учебными пособиями. Этот показатель составляет 100%. На данный момент наш фонд составляет 35 тысяч художественной литературы и 24 тысячи учебных изданий. В них входят учебники по математике, алгебре, белорусский язык, русский язык, история и так далее. Также на базе школы функционирует обменно-резервный фонд. Он предназначен для обмена между другими библиотеками города и района учебными изданиями.